Всем привет, с вами Алия. Давайте узнаем самые интересные новости. Рыба в шоколаде появится на прилавках магазинов. Такой необычный и противный десерт придумали на шоколадной фабрике в Тюменской области. Рыбзавод делает специальные слайсы, которые позже глазируют в премиальном шоколаде. В комментариях под этой новостью мнения разделились. Кто-то бы и не прочь попробовать такое чудо. А другие назвали это, цитирую, «выглядит как борщ налить компот и так схавать». Ну а как бы вы оценили такой эксперимент? Захотелось есть или же все-таки переборщили? Ну а в Японии создали переводчик с петушиного. Исследователи из Токийского университета придумали систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет понимать куриц. Создать систему помогла технология, которую ученые называют глубокий эмоциональный анализ. Она позволяет понимать эмоции птиц, такие как голод, страх, злость, удовлетворенность, восторг и стресс. Ну да, тут время пожаловаться на то, что даже птицы уже понимают, а тебя нет. А комментаторы снова отличились, они уже шутят и спрашивают, кого из друзей вы будете переводить с петушиного. В Ростове была обнаружена мать года. Женщина не захотела идти 200 метров до калитки и решила перелезть с коляской через забор. Умные мысли преследовали ее, но она была намного быстрее. Хотя, возможно, она фанатка Алексея Щербакова, и у него научилась перелезать через заборы. Жаль, что она была без костюма, но уж как-то совсем не солидно. Ну а сейчас об очень серьезных новостях. В Костроме было совершено чудовищное нападение на чебурек. Парень подбежал к чебуреку, накричал на него, пнул и убежал, изображая самолет. Местные жители сообщают, что на макет кулинарного изделия уже нападали зимой. Они интересуются, будут ли возбуждать уголовное дело за моральный вред чебуреку. Ну вот такие дела.